Вчера многие смотрели финал вместе, а ты почему-то один в номере, почему совсем не пошел? Ну, я хотел в номере посмотреть, в принципе, как бы. Хотел спокойно посмотреть. Болел? А симпатия была к Ливерпулю. Как? Все правильно. Ну да, я рад за них. От такого финала можно было легко заснуть, типа, это один номер. Ну да, не совсем был таким, каким его ждали, и я думаю, для них было главное выиграть и не допустить ошибок прошлогоднего года. Завтра игра с Чертановым, расскажи, какие задачи на нее ставятся, что вообще будет тренировочный матч. Это тренировочный матч, и где мы должны показать на поле то, что тренируем, и готовиться к Сан-Марино и Кипру. Это будет подготовительная игра, где надо будет хорошо сыграть и почувствовать взаимодействие. Понятно же, будет эта игра двумя составами, там может быть тактика какой-то не спокойный матч, что-то. Ну, понимание, да, есть уже. Вроде каждый получит свое игровое время. А на кого похож Чертанов? На Сан-Марино? Честно, я не знаю, не разбирали, но как я слышал, команда играющая, думаю, будет интересная игра. Как вообще сборная, да, три дня сейчас? Что-то новое есть? Ну да, много новых ребят, я тоже как новый считаюсь, и позитивная атмосфера, комфортно работать, в принципе, дружный коллектив. Сейчас много ребят из ЦСКА, вот сейчас и Обликов теперь есть, как-то у вас отдельная компания или все равно со всеми? Все равно со всеми общаемся, стараемся вообще в коллективе быть, и это только помогает нам, то, что мы из ЦСКА вместе, и уже есть какие-то связи, отношения дружеские. Как Комаченко встретили? Все в рабочем режиме, нет. Видели на завтраке, поздоровались и, в принципе, ничего обычного. Дзюба перед жеребьевкой отбора говорил, что очень хотел Сан-Марино группу, чтобы там свой бомбардический счет пополнить. Вот у тебя есть такое желание забить им побольше, потому что будет попроще, чем с остальными? У меня вообще есть желание забить, так как не забивал. Но главное, чтобы команда выиграла и взяли 3 очка, это самое главное.